Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Как ты видишь, у нас закончился турнир, и мы забираем свой приз. Мастер 3 звезды. А другого и быть не могло. Так, сюрикены, карайка 50 ДНК. Ага, золотые осколки и платиновые осколки 75 штук. Забираем здесь ежедневки. Задания у меня все выполнены. В магазине я возьму бесплатно пак. Давай, давай, давай. 5 долларов, отлично. Так, и, ребят, смотрим, что у нас. Ох ты, шикандосик. Друзья мои, вот это стоящая неделя, потому что на ней разыгрывается Донателло Видение. Да-да, это тот самый провокатор, причем довольно неплохой. Несмотря на то, что он у меня не прокачанный, но я уверен, что будущее будет за ним. В плане провокации у нас сейчас пока кто? Рокзар идет, да, как бы сильный провокатор. И Рафаэль. Так вот, мне кажется, что Донателло Видение будет нисколько не хуже. Так, ну что, друзья мои, это хорошо, это очень радостно. Я люблю, когда на турнире разыгрываются те персонажи, которые у нас еще не прокачанные. Так, а по испытаниям у нас Супер Шреддер, но он у меня прокачанный, ребята. Так, девичья сила, но вы сами знаете, как мы ее проходим. С закрытыми глазами. Нам нужны здесь с тобой только вот эти два персонажа. Шинигами и Кунаичи. Ради них только и будем проходить. И Лига Лео. То есть здесь Лео Видение, Лео Ролевой и Лео Космос. Ну, опять же, посмотрим, кого нам там дадут. Так, ну что, а мы начинаем с тобой с арены. Да-да, именно с ареночки. Ребята, сейчас время позднее. Как бы уже 11 часов вечера. И вот я пришел только с работы. Надо было, конечно, ложиться спать, отдыхать. Но все-таки я решил сделать серию. Поэтому сегодня только арену пройдем. Завтра у меня будет выходной. И будем уже там проходить испытания. Так что, поехали. Надеюсь, не слишком запоздало, и у нас с тобой получится буст. Мне хочется, как говорится, сигануть, рвануть во все тяжкие, да? Что? Вот, 11-11. Крис. Фух, ну что ж, давай начинать потихонечку, да? Начнем с наших самых слабеньких персонажей. А самые слабенькие персонажи у меня 42-е, 44-е. И там уже 45-е пойдут. Вот это да, ребят. Сейчас будем на одном дыхании их разбирать, поверь мне. Так, ну что, Рафаэль, Леонардо и Карайка. Начнем с Леонардо. Опа, минус двоечка, отлично. И добивка. А по-другому никак, ребят, вы уж извините. Я не виноват, что у меня 40-е, 42-е и 45-е уровни. А у него какие там, 15-е, 16-е, 17-е. Но зато мы сразу вот попадаем на Лигу Воин. Две звезды, 95-я позиция. Так, едем дальше с тобой. Кстати, 89 монет нам надо будет с тобой прикупить. 3 ДНК на... Кто у нас там? Донателло Космос, насколько я помню, мы качаем с тобой. Раз, два, три. Так что вот такие ребята. Кстати, да, я выложил видосик по Юрскому парку. Все, наверное, уже видели. И вот я как бы вас, ребят, спрашиваю, будем мы дальше продолжать или нет. Если нет, то... Так и пишите в комментариях, что не стоит, Рэй, тебе в нее играть. Потому что если мы возьмем эту игру на прохождение, у нас основные игры, это три основные. Получается, это черепашки-ниндзя-легенды. Вторая игра основная, это у нас драконы-всадники Олуха. И третья, это у нас Tower Conquest. Периодически все-таки она выходит чаще. Если мы с тобой возьмем Юрский парк, то придется нам где-то что-то ужать. И не будет обзоров других игр, скорее всего, вот так, ребят. Потому что, ну, это будет полностью забитый мой график. С одной стороны, это хорошо, потому что на канале будет какая-то, знаешь, как тебе сказать, какой-то основной такой косяк игр, которые вы смотрите. И я знаю, что, типа, вот я выпущу ролик, и он будет смотреться. А не то, что как вот бывает, вот выложил я Ассасин, да? Или там еще что-то, ну и что. И посмотрел его очень мало народу. То есть как бы вы не заинтересованы в этих играх. Хотя в свое время вы просили продолжить. Так что, ребятушки, делайте выводы. Ладно, это так было предисловие, а мы начинаем, продолжаем. И на втором канале зайди, обязательно посмотри игру, которая называется «Мусорщики». Это битва бомжей за районы. Очень офигенная игра, ребят, я на нее подсел круто. Если бы у меня было бы больше времени, я бы ее, наверное, уже прошел. Ну и в то же время не хочется спешить, потому что там очень прикольно все.
Все очень прикольно. Там прикольная прокачка, прикольные бои, прикольные моменты. В общем, она такая юмористическая. Так, ну что, друзья мои, Лига Воина, 3 звезды, 64-я позиция. Я уже даже... Я еще даже не поел, друзья, если честно, с работы. Поэтому не обращайтесь, если я сейчас буду что-то тут тупить. Так, Сельма, давай возьмем, наверное, Сельму. Уже 4 персонажа дается. Так что сейчас буст у нас пойдет. Хочу сегодня добраться, ну, до Сёгуна. Уже не знаю, какие там у нас звезды. Хотя бы просто добраться, чтобы завтра отработаю я смену, и мы с тобой уже на коротеньком моем выходном ну, приблизились к топчику. Это раз, и начали уже проходить всякие там события и испытания. Туф, готовы. Да, кожа головы наяривает. Причем не кисло. Вот его бы тоже прокачать, ребят. Я думаю, из него... Кстати, вот у Донателло видения нету массовой атаки. А вот у кожи голового как раз-то она есть. Он тоже провокатор, но дело в том, что на коже голового очень, очень много нужно ДНК. И в событиях он почему-то не выпадает. Хотя, если у нас сейчас пойдет вот этот месяц именно черепашек из категории видения, то это вообще топово будет. Потому что у меня ни Донателло, ни Леонардо, по-моему, ни одни черепашки не прокачаны в платиновый ранг из видения именно, из этой категории. Так, минус один. Минус Шреддер. Минус Макмен. И минус... Ага, минус, конечно, конечно. Ну, танки, ребята, они вот такие вот. Удары у них слабые. Их не основная задача, конечно же, стоять стеной. Не давать врагу пробить более слабых персонажей. Так, ну что, мы с тобой занимаем 20-ю позицию. То есть в элиту 2 звезды мы сейчас с тобой запрыгнем. Да-да-да, я больше чем уверен, что мы туда именно залетим со свистом. Так, у меня... Ну, еще один поединок, ребята, и пойдут уже полтиннички. А там, как говорится, будет нам попроще. Так, Рахзар от Донателло. Давай-ка, наверное... А, массовую, конечно же. Начинаем с массовых атак. Пумс. И, наверное, ханарики им всем, да? Не зря Шреддер посмеялся. Он знает. Он знает про Идоха. Как его надо защекотать до смерти. Ну что, друзья мои, двигаемся дальше. Элита 2 звезды, а место у нас 65-е. Неплохо. Так, 12-14. А дадите мне, например... Вот, вот, спасибо тебе, Эльсио. Только хотел сказать, дадут мне выше и больше кубков. И как раз дали. Прям как слышали мой зов. Ну что ж, давай. Ребят, не знаю, будут ли сегодня драконы-всадники Олуха. Ну, хотелось бы. Если мы сейчас с тобой просто пройдем аренку, то, скорее всего, я, наверное, успею. Хотя мне еще хочется поиграть именно в мусорщиков, если честно. Там еще серия вышла по Деспирадо. И, как вы поняли по названию, да, ребята, когда я снимал видосик, я забыл включить камеру. Ой, камеру, микрофон. И поэтому там не записался звук. Обидно, конечно, но переигрывать я уже не стал. Там, извини меня, 2 часа с лишним длится серия. Ну, как бы нет резона, ребят, переигрывать. Там все очень было сложно. Там сколько раз я перезаписывался, ой. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Но я думаю, что суть можно и так понять, без озвучки. Так, ну что же, смотрим. Перейдем мы с тобой? Да. Элита 3 звезды, а значит, что через... бой, а может быть даже 2 боя, мы с тобой зайдем в Лигу Самураев. А игра только началась, и мы уже в Лиге Самураев будем. Круто же. Причем смотри, как мы с тобой очень сильно отрываемся от нашего соперника. У них там 30-е уровни, да? А у нас 50-е. То есть преимущество в любом случае за нами, как ни крути. Так, здесь я, наверное, Хана, конечно же, нужно Хана валить. Он со своей инициативой сейчас тут начнет ножками своими махать. А он и так начал, а? Ну-ка, масуха. Ух, шикарно. Так, бибопчик отдуплился. Ну-ка, Крэнк. Давай своими ракетами. Опачки. Замечательно. Идем как по маслу.
Я обожаю. Вот это, ребята, кто-то спрашивал, что такое буст. Буст — это когда ты ускоряешься, начинаешь арену и заканчиваешь более высоким рангом. То есть, если мы с тобой вот начали с воина, сейчас в элите, потом самураи, потом сёгуны. Вот если ты уже дошел до сёгунов, то это называется неплохой буст. От него, как говорится, и пляшут все. То есть мы с тобой завтра придем, возможно, нас скинут, конечно же, в самураи. Но, извини меня, лучше начинать с самураев, чем, помните, когда я 2 дня не мог зайти в игру, точнее, ну, по работе. И мы начали с вами где-то с середины недели играть. Как же мы там тяжело шли, да? Мне пришлось, по-моему, 2 дня потратить только для того, чтобы я добрался до этих сёгунов. Ну что, Майки тут, как всегда, усилил команду. Воу-воу-воу. Братюни, потише, пожалуйста. Так, давай-ка, наверное, массовую атаку Леонардо делает. Молодец, красавчик. Ну, им не пробить нас. Вот, как ни крути. Давай, наверное, бросим дубину. На тебе по хребтине. Дрон. Шикарненько. И добивочка на Рафаэля. Все. Ничего нам здесь никто не сделал. Хоть они и били Донателло. Кстати, они зря его били, потому что Донателло сам по себе очень крепкий персонаж. И мы с тобой в самураях. Отлично. А где самураи, там и сёгуны, верно? Верно. Давай-ка возьмем с тобой Мустафу. Да, возьмем с тобой Мустафу. Я вижу тут, ребята, 2 Микеланджело. Но мне кажется, они нас все равно не пробьют. Они, может быть, своей инициативой возьмут. Да, они, может, сделают там, я не знаю. Что он там может? Усилить команду, да? Давай сделаем дебаф. Вот такой вот. И ему вот так, с вертушки. Ай-яй-яй. Даже на пони... Вот это ты, парень, зря делаешь. Ты ради одного Микеланджело решил потратить пиццу. А этот, конечно же, ребята, делает усиление атаки. Так, у меня хоть массовая атака есть? Да, у меня я. У Крипа? Нет, у Крипа это не массовая атака, у него провокация. У Мутагеноида. Да, у него. Только лишь у него. Вот такая вот, ребята. Бумс. Неплохо. А теперь мы еще сделаем провокацию на Крипа. И все. Остается только их распетрушить. Минус Бибопчик. Минус Майки. И минус Роквелл. Все. А почему, ребята, я был уверен, что мы их сможем так быстро разнести? Ну, потому что Хан сделал дебаф на понижение брони. То есть там, я так понимаю, ребята, где-то 50% снижается защита у врагов. Соответственно, мы их быстренько поэтому и разбираем. Ну что, давай, через следующий бой мы перейдем в Лигу Самураев 2 звезды. Тут тем более еще 14-17 нам подкинули. Ранг, опять же, у них максималка, я вижу, 40-й. А у нас максималка 50-й. И, кстати, вот 50-х уровней у меня очень-очень-очень много. Даже больше, чем 40-х. Давай-ка бросим сюрики, наверное, да? Кисло-то как ты сделал? Минус сплинтер. А давай я ускорю свою команду. Вот хочется мне ее ускорить. И дебаф еще сделаем. Опять же на защиту. А вот теперь бросим холодильник и посмотрим, что из этого получится. А холодильник-то, ребята, слаб. Ну, потому что он вообще никак не прокачан. А вот то, что Бибоп сделал, конечно, отхил. Это лишняя суета для меня. Да успокойся ты уже, елки-палки, а. Вот лезет и лезет, лезет и лезет. Так, берет провокацию. А, нет, подожди. А что он сделал? Ну-ка, давай-ка станцуй, бро. Надоело мне на них тут любоваться. Погнали. Че-то как-то они хиленько себя ведут. С одним справились. Так, давай-ка, ой. Немножко не это я хотел сделать. Ну, добьешь ты его? Красавчик. Я, наверное, брошу сейчас Сая. Чуджуф. Бинго. Блин, вот его, конечно, бить тут, ребята. У него контратака. Ну, все, крышка ему. Я вот специально, ребят, сделаю отхил.
выпендриться, так сказать. И Ксевьер Монтес его, конечно же, добил. Ну все, сейчас мы переходим с тобой в Лигу Самураев. Две звезды. Место у нас какое-то будет. 79-е. Окей. 79-е. Так, 14-17. Ну да, я, пожалуй, возьму, наверное, вот эту вот команду. Слушай, а у него уже бойцы в золоте. Крут, крут, ничего не скажешь. Здесь вот Донателло, конечно, меня немножко расстраивает. И Слэш. Ладно, давай начнем с массовых, наверное, атак. У него хил там, кстати, есть? Я посмотрю сейчас. Да, Донателло хиллер. Ну-ка, осколками мы сможем его снести? Ух. Давай еще массовую атаку. Бинго. Обожаю массовые атаки, ребят. Это просто какая-то прелесть. Когда три массовые атаки, и все, и они готовы. Так, а место мы с тобой зарабатываем 35-е. Так, 35-е, 14-18. Талита. Угу. Талитушка, да, значит? Раз, два, три. Кстати, ребята, здесь уже 45-е уровни. То есть дистанция сокращается. Ты заметил, да? Как быстро. А вот как раз Донни ролевой, именно провокатор. Так, я, наверное, вот этот сделаю удар. Угу. Понизили, да, все-таки? Отлично. Теперь я ускорю свою братву. Хм. Кирби, наверное, да, надо все-таки валить. Да, скорее всего, его надо уничтожить. Так, а этот что, автоматом, что ли, в инвиз ушел? Я не понял. Смотри-ка. Хм, еще выпендривается. Давай, кричи. А причем, смотри-ка, здесь вот эта вот деревянная статуэтка, да? Это же... Шархан, ну, вы поняли, да? Тигриный коготь. Так, я так понимаю, что Лего там хотел что-то выпендриться. Опа, 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 взялся за массовую атаку и... Дудки тебе, парень. Шарики давай. Блин, как же слабо. Ну, брось баллончик, может это лучше сработает. Да. Баллончик у Мондагека как раз-то их всех и добил. Ну что, я надеюсь, мы с тобой перелетим сейчас в Лигу Самураев 3 звезды. Есть. Так, и остается нам с тобой дойти до Лиги Сёгунов, конечно же. И здесь будем брать Тамару. Хоть кто-то на горизонте сверкнул. И это Тамарочка. В принципе, команда здесь неплохая, за исключением Мухи. Но хиллер здесь тоже не помешает. Мало ли что пойдет не по плану. Поэтому пускай будет. Начнем, наверное, с массовых атак. Крик души от Карайки. Естественно, паутинка и, по-моему, крышка всем, да? Да. Я думал, что Муха нам пригодится здесь как отхил. Но он даже не понадобился. Ну, это ж прекрасно. 51-я позиция, да? Так, вы дадите мне, например, 15-19. Было, ребята, было, только что видел. Блин, такой был шанс. Вот теперь попробую вытянуть 15-19. Фигу, а, во, есть. Джулио Цезарь. Давай. Так, он уже приравнялся. Какой там приравнялся? Мы уже на 70-м ранге, а он 48-й только. Ну, 50-й округлим, может так и быть. Все равно на 20 рангов, ребята, мы его сильнее, круче, выносливые. И ничего он с нами здесь не сделает. А мы их будем потрошить. Видишь? Вся сила массовых атак. Вот так вот. Ну все, им уже нас не догнать, 100% тебе говорю. Так, через поединок мы с тобой уже окажемся... Все, Луни. 15-19. Зэч. Персонажи, конечно, у нас с тобой все меньше, меньше, меньше. И как-то так быстро. Вот действительно, ребят, смотрите. Буст у нас, точнее, буст, неделя начинается где-то с 3 часов дня, да? Я начал снимать в 11. То есть, посчитай, сколько времени прошло. И я не чувствую, что много я пропустил. Такое впечатление, что как будто вот только-только неделя откатилась.
И я как раз подоспел вовремя. Вот по ощущениям, очень хорошо мы с тобой идем. Вот это редко так бывает. Чтобы меня вот это вот все устраивало. Замечательно. Так, ну что, двигаемся дальше. И мы с тобой, да. Да-да-да-да-да. В тех самых, друзья мои, сёгунах. 15-20. Конечно, беру туда же. И говорить не стоит. Но поединков у нас останется очень мало. Сколько там? 2 всего лишь, считая вот этот. Ну что же, наверное, до лиги сёгунов 2 звезды мы с тобой не доберемся. Скорее всего. Ну, не хватит у нас. Откаты я тратить не буду, потому что все равно нас к завтрашнему дню, естественно, скинут. Это неизбежно. Поэтому сколько мы сейчас набьем, столько и набьем. Главное, что мы не в самураях, а в сёгунах. Может быть, даже перейдем еще в сёгун 2 звезды, хотя вряд ли. 15-20. Ну что, последний наш поединок. Поехали. Еще раз повторяю, ребят, хотелось бы сегодня попроходить события, но, во-первых, надо отдыхать с работы. Завтра мне опять на работу с утра очень рано вставать. В 5 утра, так что сами подумайте, что мне нужно поспать. Ну что, ребят, вот, давай посмотрим наш конечный результат, где мы с тобой остановимся. Да, чуть-чуть не хватило, ребят, но ничего страшного. Ничего страшного, все нормально. Завтра нас ожидают более глобальные поединки. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой зайдем в список и прокачаем наших персонажиков. Донателло классический, поехали. Ну что, 47 уровень, довольно неплохо. Так, мы хотели с тобой зайти в магазин и потратить монетки на Донателло. А по жетону у нас 585. Маловато будет. Маловато. Ну вот как-то так, друзья, как-то так. Конечно, хотелось бы пройти испытание, но девичью силу с закрытыми глазами или легали... Давай посмотрим хотя бы, кто у нас тут будет участвовать. Вот что я хотел глянуть. О, друзья мои, дело дрянь. Мне опять не дают ни одного топового персонажа. Вообще, ты посмотри, ограниченный какой список персонажей. Но я думаю, что Леонардо Видения и Ролевого мы с тобой все-таки заберем. Вот насчет остальных не уверен. А вот этих двух точно будут нашими. Ну, девичью силу, естественно, пройдем. Супер Шреддер. Я не знаю, стоит ли тратиться там. В общем, вы, ребят, пишите в комментариях. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак. Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя.